Вот. Но если говорить о целом содержании игры и первого и второго тайма, то мы ожидали, что когда начнет первый тайм очень активно, так как команда играет дома, очень агрессивно. Естественно, РПБЛ, который сегодня лидирует по правилам в чемпионате, хороший был раздражитель. Вот, ну, и, конечно, первые 15 минут остались за хозяином поля, но последние минут, на мой взгляд, 20-25, мы владели уже преимуществом. Надо также признать, что открыть счет в первом тайме могла как одна, так и другая команда. Ну, для этого были моменты. Вот, что касается второго тайма, то приблизительно такой же сценарий был в втором тайме, как я сказал, до непонятных ситуаций со освещением. Вот, также первые 10-15 минут команда достаточно активно пыталась за свою игру. Вот, ну а впоследствии уже мы контролировали ход игры, что, наверное, сказывается, на мой взгляд, хорошее физическое состояние нашей команды, потому что мы подготовились к этой игре. Вот, поэтому Кайрат очень хорошая команда, очень хорошая, с прекрасной инфраструктурой. Я думаю, в этой команде очень большое будущее. Вот, и хочу пожелать им всего самого наилучшего. Для нас, наших дорогих болельщиков, которые так горячо поддерживали нас, их поздравляю, очень тяжело, непростой путь. И, на мой взгляд, заслуженная победа, поэтому хочу поблагодарить наших игроков, которые проявили высокую степень самоотдачи и строгое выполнение тактических нюансов, которые мы отрабатывали при подготовке к матчу с Кайратом. Спасибо. Вопрос. А вопрос можно? Пожалуйста, да. Петр Вольков, Казах Седай. Вас видели на матче ЦСКА Локомотив? Вы кого-то к себе присматривали или просто интересный матч? Спасибо. Столько лет интересный матч. Столько лет, почти 8 лет болел душой и сердцем за ЦСКА, когда возглавлял ее мой великий отец. Вот поэтому большое удовольствие получил его компанию посмотреть на матч. А что сказал Валерий Гайзаев, он сегодня, посмотрев эту игру, он, наверное, с вами поделился впечатлением? Его, так сказать. Честно говоря, я его не видел, не разговаривал ни до, ни после игры. Сегодня не видел, не разговаривал. Ну да, но вид можно сделать. Не после, а еще предстоит еще побеседовать. Ну да. Спасибо.